Наша планета, наше здоровье. Под таким названием в парке имени первого президента прошел эко-челлендж, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. В нем приняли участие медработники лечебно-профилактических организаций города, а также дети, молодежь и взрослые жители Актюбе. В ходе акции были организованы массовая физкульт-минутка, флешмоб, марафон скандинавской ходьбы. Кроме того, в парке работал городок здоровья, посетители которого могли измерить свое давление, а также получить рекомендации опытных специалистов по правильному питанию, отказу от вредных привычек и поддержанию здорового образа жизни. Не только в этот день, в последующие дни призываем наше население беречь нашу природу, потому что наше здоровье, конечно, зависит от чистого воздуха, от здоровой еды, правильного нашего питания и чистой воды.